Здесь даже кут ученый на цепи. Не зря рисуют на асфальте дети сотрудников ГУФСИН. Площадь Славы в Самаре запестрела десятками красочных рисунков. Детям предложили нарисовать персонажей пушкинских сказок. Рыбка из сказки о старике и рыбке. Я ее нарисовала, потому что она исполняет желание. То, что она исполняет желание, то, что она добрая и справедливая. Пока рисовали, вспомнили творчество великого поэта. Какая школьница не мечтает быть, как пушкинская Татьяна? Я вас любил, любовь еще быть может. Душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам Бог, любимый бы другим. Конкурс детских рисунков в Самаре проводят уже 4-й год подряд и посвящают разным датам. Желающих хоть отбавляй. В пушкинском конкурсе приняли участие более 60 ребят. Цель не только игровая или состязательная, да, сказки Пушкина, творчество вообще Пушкина – это большой, огромный литературный пласт, который забывать нельзя. И, соответственно, это обучающий процесс. Авторов лучших рисунков поощрили памятными дипломами и сладкими подарками. Мария Иваткина, Павел Баймаков, Валерий Шаронин. События.